Ողջույն հարգարժան տիկնակ եւ պարոնայք, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Մեհրաբյան on-line-ն է. Ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ. Այսօր մեր քննարկումը բնականաբար կսկսենք ամենակարևոր հարցից, որը ուղղակի ազդեցություն ունի եւ կունենա մեր տարածաշրջանում, մեր անվտանգության միջավայրում բոլոր զարգացումների վրա. Դա իհարկե այն գործողություններն են, որոնք իրականացնում են Ուկրաինայի զինված ուժերը Ռուսաստանի տարածքում, Կուրսկի մարզում, Բրյանսկի մարզում, Բելգորոդի մարզում, եւ իհարկե մի կարևոր ասպեկտ կա այստեղ, որին եւս պետք է անդրադառնանք, դա Բելարուսի դերն է. Նրա բռնապետ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հյուրընկալեց մի ռուս պրոպագանդիստներից մեկին եւ մի այսպես լայնածավալ հարցազրույց տվեց, որտեղ ուշագրավ այսպես մտքեր փորձեց այսպես եթերին հանձնել, ինչից բախում էր, որ ոնց որ թե ինքը մտադիր չի թաթախվել այս ամեն ինչի մեջ, մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե այսպես կանխագուշակեց, որ ուկրաինական զորքերին ռուսները անպայման ջարդելու են. Ինչ էր այս ամենի տակ եւ ինչ են մտածում սրա հետ կապված բելարուսական հասարակությունում, որի իհարկե զգալի մասը ներկայումս գտնվում է նաեւ էմիգրացիայում. Այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես տեսակապով մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար Вильнюсից, ում սիրով կներկայացնեմ. Наш сегодняшний гость, главный советник избранного президента Беларуси Светланы Цихановской Франак Вичерка из Вильнюса. Приветствую вас, господин Вичерка. Спасибо, что приняли мое приглашение. Добрый день. Господин Вичерка, белорусский диктатор принял у себя одного такого знакового российского пропагандиста и дал ему такое довольно пространное интервью, в котором высказал ряд, с позволения сказать, мыслей касательно своего отношения к событиям, которые развертываются на уже российской территории, в Курской области, Брянской, Белгородской, да, это и от Беларуси недалеко. Мы с вами на прошлом обсуждении говорили о этих военных маневрах вооруженных сил Беларуси под командованием Лукашенко, и вот сейчас он выступает в политической ипостаси. Я, насколько понял, он, в общем-то, дает понять, что он не намерен ввязываться вообще в эти дела, но его душа и его сердце за Россию, и он предрекает украинской армии, что русские сметут их с российской территории. Ваше отношение, ваш комментарий, прошу. Прошу. Очень странное интервью. Лукашенко как будто бы оправдывался перед Россией, перед Кремлем за то, что не помогает, за то, что недостаточно лоялен Путину. Он как будто бы объясняет свою позицию тем, что он защищает Западный фронт. Но на самом деле Лукашенко не может особенно и помочь, потому что техника, которая была на ходу, которой Лукашенко распоряжался, она уже передана российской армии. Белорусское общество занимает очень антивоенную позицию, и многие поддерживают Украину. И любая попытка вовлечь белорусскую армию, белорусское общество в войну, оно произведет к социальному взрыву. Белорусы категорически против вовлечения в эту войну. Поэтому Лукашенко как бы оправдывается перед Путиным, что я стою тут горой, делаю, что могу, армией не помогу, возможно, но я тебе лоялен. Он боится, что в какой-то момент просто Путину он перестанет быть нужен. И именно таким образом он пытается задобривать, как-то подлизываться перед Москвой. Господин Вичерка, до этого он освободил еще, если не ошибаюсь, 30 политзаключенных, в том числе среди них и пожилые люди, и онкобольные. Да, это реверанс Западу, да, он все-таки не хочет сжигать все мосты, которые ведут на Запад, хотя он, в общем-то, их уже давно сжег. Но, тем не менее, вот этот реверанс как может быть расценен, на ваш взгляд? Слышно, да? Угу. 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 Я думаю, что выпуск политзаключенных — это скорее такой попытка задобрить Запад, показать, что вот я такой гуманный, что я выпускаю людей с онкологическими болезнями. Но на самом деле, если посмотреть по цифрах, за последние 2 месяца освободили 30 человек, но посадили 170 человек, в том числе 36 женщин. И июль был самым репрессивным месяцем в этом году. Поэтому у него одна рука. Это КГБшники, спецслужбы, они бьют дубинками, они сажают, судьи там бросают за решетку, а другая рука, вот такой добренький Лукашенко, который там милует. На самом деле мы не знаем еще даже имен, кого он помиловал. Людям, которых освобождают, им запрещают обращаться за помощью, им запрещают коммуницировать, даже выезжать, в медиа выходить. Поэтому это такая еще полусвобода. Есть маленькая тюрьма, в которой ты находишься, да, это с решеткой. Потом тебя милуют, и ты попадаешь в большую тюрьму, это Республика Беларусь. И еще огромный челлендж, огромное испытание с этой большой тюрьмы для многих выбраться. Господин Вичерка, как вы считаете, Лукашенко все-таки вот на фоне этих событий, да, этих наступательных действий украинской армии, на фоне этой беспомощности, которую проявляет российская власть, все-таки всегда обсуждалась тема насчет того, что Лукашенко грозит опасность в самой Беларуси именно руками российских спецслужб. Как вы считаете, этой опасности становится больше или меньше, или никак не меняется? И как это может вообще отразиться, вот это происходящее, на внутреннюю ситуацию в Беларуси? И к каким развитиям это может привести? Что вам представляется наиболее таким вероятным в данном случае? Я думаю, это было актуально лет 15 назад, когда Лукашенко пытался делать какие-то реверансы в сторону Запада и балансировать. Мы даже шутили, что зимой Лукашенко пророссийский, а летом прозападный, ну, чтобы дешевый получать газ, а и дешевые кредиты от Европы. Но сейчас Лукашенко полностью вписался в российскую повестку. Его нарративы, выступления, слова про фашистов, зверей на Западе, про угрозы со стороны НАТО, они вписываются в нарративы пропагандистов. Сейчас Путину важно иметь Лукашенко. Он обеспечивает буферную зону помеж путинской Россией, между либеральным Западом. Путину важно иметь такого своеобразного Жириновского, который, когда Путин что-то не может сказать, это говорится устами Лукашенко. Он забрасывает идеи про ядерную войну, использование ядерного оружия и таким образом тестирует нарративы, как, например, их воспримут западные политики или украинское руководство. Я не думаю, что Россия будет менять Лукашенко. Наоборот, какая-то перемена или переворот в Беларуси – это кошмар для Путина. Представьте себе повторение 2020 года сейчас, когда идет, с одной стороны, контрнаступление украинской армии, идет успешно, взята территория Курска, и происходит еще попытка революции или переворота против Лукашенко в Беларуси. Ни у Путина, ни у Лукашенко нету достаточно ресурсов, чтобы сразу вот на несколько фронтов воевать, бороться, защищать себя. Поэтому выгоден статус-кво, как Лукашенко, так и Путину. Господин Вичерка, вот вы говорите, что Беларусь предоставила России определенную часть своей более или менее качественной техники именно для военных нужд. В открытой печати была информация о том, что белорусские средства ПВО были предоставлены в распоряжение российской армии. Есть у вас информация, насколько это значимое число, вот это переданное, и что собой представляет номенклатура этого вооружения? Это только ПВО или еще что-то, по вашей информации? Ну, это целая линейка военной продукции. С советских времен в Беларуси огромная инфраструктура по созданию там вооружений, там ракетных установок, деталей, оптики для разного типа техники. И сейчас, когда на Россию наложены санкции, Лукашенко помогает эти санкции обходить. Раньше Лукашенко зарабатывал на поставке оружия в страны Африки, поставлял в страны там Ближнего Востока, на Кавказ, Азербайджану продолжает поставлять. Но сейчас у него главный источник дохода – это поставки в Россию, потому что Россия также как будто бы покупает. Это тоже не бесплатные подарки. И сейчас в основном это высокотехнологическое оружие, это оптика для танков, для бронетранспортеров. В Беларуси импортируются чипы, например, с разных стран, и потом они собираются вместе и как детали передаются на вооружение российской армии. Это могут быть, например, какие-то системы для наведения огня или для систем ПВО отдельных. В Беларуси своих вооружений не так много, но есть, например, известная разработка «Полонез», которой Лукашенко очень гордится. И там интересный был случай в 2020 году, когда Тайвань ввел санкции против Лукашенко. Этой системы «Полонез», они использовали тайваньские чипы. То какое-то время все белорусские «Полонезы» не могли работать. Ну, потом они их заменили китайскими чипами, и сейчас эта техника снова на вооружении, и этими «Полонезами» Лукашенко пугает Украину. Но военный блок – это огромный источник доходов для режима Лукашенко, поэтому мы работаем с Брюсселем и с Вашингтоном, чтобы вести максимальные санкции против военно-промышленного комплекса, чтобы Лукашенко не мог а. Помогать России в войне, б. Обходить санкции и помогать другим третьим странам в поставках вооружения. И в заключение, господин Вичерка, вот казалось бы, у господина Путина Курск отклеился, да, если можно так образно говорить. А он едет с государственным визитом в Азербайджан, и только что вот поступила информация, все довольны, никаких нерешенных вопросов нет, углубляется, расширяется, расширение углубляется, углубление расширяется. Вот у вас есть сложившееся мнение вообще, что происходит? Чего они добиваются и зачем? Вот на фоне происходящего. Я думаю, задача Путина – это сформировать такую диктаторскую ось. Они объединяются со всеми тиранами. Северная Корея, Алиев в Азербайджане, другие страны. Они объединены в первую очередь ценностями. Они ненавидят демократию, ненавидят свободу слова, конечно, ненавидят Запад. И именно поэтому такие вот реверансы Лукашенко и Путин делают в страну Баку. Конечно, это ситуативный альянс. Интересы у них сейчас в первую очередь противостоять демократическим странам. То, что делает Лукашенко, то, что продолжает поставлять оружие Азербайджану сейчас, это, конечно, предательство в сторону Армении. И белорусы это видят, и белорусы это понимают. ОДКБ, так называемый, это всего лишь ширма, которую они используют, если им это выгодно. А когда им не выгодно, то они про какую-то коллективную оборону забывают. Это ОДКБ служит только интересам Москвы. Поэтому нам, белорусам, я думаю, армянскому народу, надо рассчитывать на себя в первую очередь, думать про свои национальные интересы, свою независимость и искать союзников, которые поделяют наши ценности. Это демократические ценности, уважение к человеку, уважение к праву на самоопределение. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый господин Вичерка, за эти ваши обстоятельные наблюдения и комментарии, с которыми вы поделились с нашими телезрителями. Спасибо, что приняли мое приглашение. Живе Беларусь! Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Համենք լսեցինք մեր Բելարուս գործընկերոջ մեկնաբանությունները կապված բելարուսական գործոնի հետ այս ռուս-ուկրաինական հակամարտության ներկայիս շրջափուլում կարճ դադարից հետո մենք կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։